Всем добрый день! Обычно кефир я покупаю в тетрапакете, но в этот раз я решила попробовать кефир из бутылки. Этот кефир торговой марки Адал. Вот указано здесь, написано кефир. На другой стороне тоже указана торговая марка. Надпись на казахском языке «Айран». Крышка пластиковая, на ней отпечатана дата выработки 19 мая 2020 года. Так, на другой здесь вот есть надпись, сколько же она хранится. Так, после вскрытия упаковки, то есть бутылки, продукт хранить в холодильнике не более 24 часов. То есть сутки. Состав. Обычно иногда производители грешат по поводу состава, на сухом молоке делают, еще и пишут кефир. Здесь кефир. Состав: нормализованное молоко и кефирная закваска без консервантов и красителей. Перед употреблением сболтать. Изготовитель ТО Адал Суд, Республика Казахстан, Алматинская область, Инбекши Казахский район, село Космос. Сказано взболтать, значит взболтаем. Открываем. Таким с легким шипением. Вот, срывается чека, пломба, как она там называется, не знаю. Так, посмотрим, насколько он густой или жидкий. Ну, в принципе, мало чем отличается по густоте от другого кефира. Вот. Так, можно попробовать. Вкусно. Немного напоминает, как ни странно, ацидофильное молоко, только ацидофильное молоко, оно уже сладкое, такой сладковатый вкус, а это здесь, оно не сладкое, кефир не сладкий, но вот тянется, вот как ацидофильное молоко, такая же вот, сейчас я попробую ложечкой покажу, попробуем ложечкой. Вот, даже видно, вот оно, видите, немножко как бы тянется. Вот, видно, хорошо видно. Консистенция как у ацидофильного. Вот положить, если сюда сахар. Нет, лучше сахарную пудру, если положить. Или какой-нибудь сироп. Получится точно-точно ацидофильное. Кстати, сейчас я попробую. Сейчас попробую. Так, ладно, хватит. Теперь наливаю кефир. И это все перемешиваем. Так, сироп густой. Смотрите, тянется как ацидофильное молоко.
Попробую. Вкусно. Правда, как ацидофильная. Кефир мне понравился. Так что можно его покупать. Да и бутылочку можно оставить для чего-нибудь, пригодится. Если мой отзыв оказался вам полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!